Джаред Лето неприлично молодо выглядит и в 47 лет является кумиром подростков. Оскар Джаред пришел получать в компании гордой мамы. Мама переживала, что ради роли Джаред похудел на 20 килограммов. Но ведь не зря. Чтобы понравиться Лето, нужно понравиться его маме. Это удалось Кэмерон Диас. Я очень рада, спасибо. С ней Джаред встречался 4 года, но Диас разорвала помолвку. Следующим женщинам пришлось труднее. Нужно было уже поладить с мамой и быть похожей на Кэмерон. You're so cute. Попытались Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон и Эшли Олсен. Все блондинки. Джаред встречался и с Линдси Лохан, разумеется, в ее светлый период. Зараза в моем сердце! Одна на миллион! Роскошная! С главной блондинкой Марго Робби романа не было. Может быть, потому что в начале совместных съемок Джаред прислал ей в коробке крысу. Живую. Я принесла вам котенка. Как трогательно. Красавец, которому сегодня исполняется 47, не только выглядит как подросток. У него и чувство юмора такое же. Когда Джареду самому было 12, он уже работал посудомойщиком, потом швейцаром. Детства у него практически не было, так что сейчас он наверстывает.